Что будет завтра? Об этом общественник и политик Александр Гизалов рассказал орловским воспитанникам и сотрудникам детских домов. Главное, не давать волю слезам при выходе в большую жизнь, пояснил Гизалов. Я очень понял, что для того, чтобы состояться в жизни, нужно выбрать какую-то одну очень четкую цель. Не разбрасываться по разным позициям. Если пошел на какое-то образование, его обязательно закончить. Кстати, Александр Гизалов сам прошел всю систему советских интернатов. Сейчас он оказывает всемирную помощь и поддержку детям-сиротам. Кстати, проект «Что будет завтра» реализуется при поддержке фонда Ольги Будиной «Обереги будущее».